Сегодня у нас 26 апреля 2018 года. Вот мой дом. Бывший Калашниковский. Вот мы с братом Василием Черепановым работаем здесь возле дома. Очищаем территорию от сухой травы. Он убирал все эти сухостои высокие. Сейчас подскрепает и собирает. И вилами перетаскивает. Вот такую вот вместе кучу уже натаскали с ним. Вот он молодец, трудится. Модели высокие, крапива росла тут, ну и другие кустарники тоже. Ну как, брат, работа по силам? Куда девать? Куда девать? По силам, не по силам, надо А что сделаешь? Надо это убирать тоже. Пожар он никого не щадит. Все сожжет сразу. А ты как таскаешь кучи, вот, чтобы это ветром не раздувало? Кучи, вот это вот, кучи накладываешь. Как ты их таскаешь, чтобы ветром не раздувало? Покажи, может, покажешь? Вот. Потому что я боком пробовал, у меня выдувает из рук все это. Плохо тащить. Ветер уже несколько дней дует и дует сильно. Сегодня даже снег немножко пролетал хлопьями. Уже все ремонтировать надо. Да, не просто так, да? Бороться с ветром.
Вон коршун летает. Красавец наш. Гроза мышей. Ну и голубей тоже, конечно. Ну вот так, слава богу за все.